жестко ударишь по кольцу. Жестко. Жестко. Не толкать точно в конце. Да-да-да. Точно в кручи. Хорошо. В разрез снизу. Едет так. Передней рукой, выход в сторону. Вот передней рукой, да, со стороны. Снизу. Право на право в разрез. Удар идет, когда вот именно стоп, смотри. Когда вот именно удар, мой удар, начинает еще только выпрямляться рука, твоя рука должна захватить вот это положение. Захватить вот мой этот изгиб должен сверху. Когда я уже начну поднимать локоть, твой уже пошел как щучкой сверху. Вот да, да, да. Вот да, вниз вверху. Вот да, да, да. Именно ты. Именно ты. Тем более, что передняя рука, естественно, удар здесь идет. Он не такой сильный, как именно сильнейшая рука. Здесь надо бить уже, ну, как бы удар ва-банк. Я ударю, но удар, допустим, мой достигает, например, так 300 кг, а его удар может достигать 600 или 700. И он должен это делать уверенно. Если сделать неуверенно, у него просто не получится. Очень сильный удар, естественно, если допустим прямой передний рукой перебей, он точный, он неожиданный и незаметный, но он жестче, жестче. Он приравнивается примерно как дальняя сильнейшая рука, прямая, прямая, точно так же сбоку передней. Прямая. Сбоку. Ничем не слабее. И естественно, за еще разочек в разрез снизу, сильнейший. Очень жестко получается. Очень жестко. Да, а теперь два удара. Сверху и удар снизу. Сверху и удар снизу. Добавить надо правый блок еще. Жесткость удара, точность удара. Именно нанести жесткого, такого удара нокаут сразу. Удара, будет. Ну,
бок, чтобы они еще этим ударом попадали точно в цель. Так, которая не движется. Но подушка эта стоит на месте, они очень хорошо отработают именно повторные удары. Повторные удары. Второй удар будет еще жестче. Сделай. Еще сделай. Еще сделай. И каждый боксер желательно должен бить, уметь с обоих рук жестко. Жестко. Удары снизу сбоку, удары снизу сбоку, удары в ближнем бою, удары на средней дистанции. Ближней на средней дистанции. Хорошо, хорошо. Повторять. Приготовились, все пошли.